Месть. Что ты имеешь в виду, Фернандо? И какие болезни он лечит? Он психиатр. Если ты любишь меня, не отдавай меня в сумасшедший дом. Грация, не расстраивайся ты так. Я помогу тебе. Мы с тобой победим болезнь. Ты поправишься. Не понимаю, чего ты добиваешься, когда пытаешься внушить всем, что ты на самом деле Елена. За этим меня позвал. Я хочу узнать, почему девочка утверждает, что Валентина – это Елена. Именно вы можете дать им последнюю надежду устроить свою жизнь и обрести счастье. Что случится, если душа Елены вернется в свое тело? Она умрет или воскреснет? Все верят, что она – это Елена. Но почему? Тебе сначала придется меня убить. И хотя суд постановил, что опекуном должен быть я не стану отнимать ребенка. Это было прощание. Он любил меня, как Валентина. И все еще любит. Но я разбила ему сердце. И теперь сама не знаю, что делать. С тех пор, как Валентина вошла в мою жизнь, я полюбил ее. Я люблю его. Я не знаю, как мне быть. Не знаю, что мне делать. Месть. В ролях Габриэла Спаник, Хосе Анхель Льямос, Катерина Сиачоке, Хорхе Као и другие. По мотивам романа Умберто Кико Оливери. Авторы сценария Луис Кальменарес, Габриэла Домингес, Каролина Диас, Умберто Кико Оливери. Оператор Эдуардо Кареньо. Композиторы Хельс Амельян и Херман Ариетте. Продюсер Уго Леон Феррар. Режиссер Аурелио Валкарсель Король. Тут ты получила все, что хотела. Ты богата, у тебя есть сын. И мне ты причинила столько зла, сколько не причинил никто. Но я вычеркну тебя из своей жизни. Клянусь. Прощай, Валентина. Наверное, ты права, старушка. Почти на все 100%. Что произойдет, если они обе вернутся в наш мир одновременно? Меня это тоже тревожит. Понятия не имею, что может случиться. И что будет тогда с Доном Луисом Мигелем? А с ребенком? Представь, дочка сеньора Елены, то есть Валентина, вздумает действительно вернуться. Вот видишь, Хавита, что выходит. Бедная девочка придет в наш мир. А здесь ее ждут муж и сын, которых она раньше в глаза не видела. Ничего себе история. А Дон Луис Мигель окажется перед трудным выбором. У одной женщины любимая душа, а у другой любимое тело. И дочка с матерью сцепится из-за одного мужчины. Ладно, хватит ломать голову. Завтра мне очень рано вставать. От этих разговоров я еще не скоро усну. Никаких таких ужасов не будет. Учитель, почему вы думаете, что женщина, которая приходила к вам, поверит, будто на самом деле сейчас Елена и Валентина один человек? Так должно быть, Аминта. В жизни не бывает случайностей. Во Вселенной царит закон общей логики, и ничто его не изменит. Но почему именно она? Она вроде не из тех, кто верит всем и вся. Именно поэтому. Для нее будет очень нелегко разобраться и поверить. Но уж потом она от своей веры не отступит. Никогда не думал, что ты так прочно войдешь в мою жизнь. Поэтому я и не хочу терять тебя, Луис Мигель. Но я не знаю, что мне делать. Моя соперница. Призрак. Я должна сражаться не с женщиной, а выходцем с того света. Я искала тебя, ты мне нужна. Ты плачешь?
Все никак не могу отделаться от мысли о Глэдис. Я понимаю твое чувство, деточка, но пусть над ее убийством ломает голову полиция. Понимаете, мне страшно, очень страшно. Ты чего-то боишься? Нет, просто я не знаю, как и почему с ней случилось несчастье. Но Глэдис кто-то убил ведь. И мне это кажется странным. Почему? За что? Ты точно ничего не знаешь? Глэдис впуталась в неприятности? У нее были враги? Насколько мне известно, нет. Может быть, у нее был роман с молодым человеком, иногда убивают из ревности. Да нет, у Глэдис уже давно никого не было, вряд ли. По-твоему, могли быть причины? Чего ты боишься? Понимаете, дело в том, что в доме произошло много страшных событий. Сеньора Грация пыталась убить сеньору Валентину, похитили ребенка. Наверное, это все как-то связано. Почему ты так думаешь? Глэдис что-то говорила? Нет, сеньора, я уже сказала, что ничего не знаю, Донни Концепсьон. А сеньоре Валентине уже сообщили? Нет. Я считаю, что пока не стоит ей что-либо говорить. У нее нервы не в порядке. У нее и так хватает забот. Но она может, по крайней мере, поговорить с полицией и выяснить, в чем дело. Нет, сейчас нам лучше положиться на полицию. Начнется следствие, сыщики будут нас держать в курсе новостей. А пока мы сказали полиции все, что знали. Я волнуюсь. Постарайся держать себя в руках. Прошу тебя, ни слова никому о случившемся, слышишь? Когда страсти улягутся, я сама поговорю с Валентиной и передам ей новости. Поняла? Ну как, есть у меня проблемы с психикой? Не знаю, надо проверить еще раз. Грация. Почему ты вбежала в кабинет? Такая радостная. Я из-за доктора забыл тебя расспросить подробнее. Да просто так. Ничего особенного. А что? Мне показалось, ты что-то говорила о завещании. Это. Мне пришла в голову странная мысль, и я подумала, что, возможно, я смогу заставить отца вернуть мне причитающуюся часть наследства. Я представила себе, что могла бы немножко на него нажать. Вот и все. Чего тебе не хватает со мной? Я считаю, что лучше оставить все как есть. Сейчас, когда во главе семьи стоит Валентина, будет намного труднее отобрать у нее твою часть. Тебе не кажется? Да. Я и сама так думаю. Ну да ладно. Иди, иди ко мне. Не будем больше об этом. Для меня сейчас самое главное – любить тебя. Дарить тебе счастье. Наверное, это была она. Это была Грация. Я уверена, что Глэдис убила она. Но я не могу ничего сказать Донни Концепсьон. Не могу же я признаться, что проболталась Глэдис о завещании. Иначе пристрелят и меня. Всадят пулю в лоб, как всадили Глэдис, и все. Боже мой, что мне делать? Господи, не наказывай меня. Я знаю, что поступила как последняя дурочка. Надо было держать язык за зубами, как меня просила Донни Концепсьон. Господи, избавь меня от кары этой. Умоляю тебя. Боже, пощади. Прошу тебя, пощади меня. Я шла в свою спальню и услышала, как ты рыдаешь. Ну, что случилось? Мама, мне очень плохо. Моя жизнь кончена. Ты не смогла разлюбить Луиса Мигеля. Но ты его ненавидела лютой ненавистью. Я не обвиняю тебя, потому что я сама в этом виновата. Нет, мама, в чем же твоя вина? Прежде всего в том, что я тоже поверила, будто он негодяй. Я тоже поддалась ложному впечатлению. Я должна была понять, какой он человек, но злоба ослепила меня. Я даже не увидела, что Луис Мигель вывел семейный бизнес из тени, как обещала Лене. Я ничего не замечала и беспощадно мстила самому честному человеку, какого я только знала. А если поговорить с ним, попросить прощения? Извинений недостаточно. Я должна смириться с тем, что Луис Мигель теперь ненавидит меня. Нет-нет, дорогая, не отчаивайся. Возможно, со временем вы поймете друг друга. Боюсь, уже ничего нельзя поделать. А почему? Если Луис Мигель любит тебя, он сможет простить, не сомневайся. Нет, лучше его забыть. Я не знаю, как смотреть ему в глаза после всего, что натворила.
Но одну ошибку я могу исправить. И какую же? Я могу вернуть Луису Мигелю его состояние. По крайней мере, это я могу сделать. Я отдам ему то, что отняла. Я все еще отказываюсь верить, что с тобой случилась такая беда. Ты молодая, красивая. Пусть Господь благословит тебя и позволит прожить отпущенный срок. Я никак не могу смириться, Себастьян. Я не хочу терять дочь. Ну-ну, Мария. Будь твердой. Мы же обещали друг другу, что не сломаемся. Это лучшее, что мы можем сделать для Адрасьян. Я притворяюсь перед тобой, Себастьян. Но у меня душа разрывается от боли. Я чувствую себя беспомощной. Я не могу ей помочь. У меня нет силы спасти ее. Положись на Бога. Он знает, что делает. Но я постоянно думаю только о том, что она в любую минуту может умереть. Пойми, в этой жизни все призрачно, кроме смерти. Я знаю, что моей дочери остается совсем немного времени, и что ни ты, ни врачи не скажут мне правды. Но я чувствую сердцем, что ее смерть близка. Мы должны сделать так, чтобы оставшееся ей время она прожила среди любви и согласия. Чтобы каждый день приносил ей счастье. На улице светит солнце. Смотри, эти цветы я нарвал для тебя у реки. Спасибо. Какая прелесть. Я поставлю их в вазу. Нет, нет, позволь мне. Не вставай. Пакита, я могу это сделать сама. Мне не настолько плохо, чтобы не вставать целыми днями. Я имел в виду другое. Просто ты красиво смотришься здесь. Ты ходил утром к реке и не взял меня с собой? Я очень рано проснулся. Всю ночь не смыкал глаз. Все время думал о тебе. А ты как будто приходил ко мне. Ты мне сегодня снился всю ночь. Да? И что тебе приснилось? Очень многое. Ты меня целовал. Так? Да. И еще мы любили друг друга. Это был чудесный сон, Пакито. Ты был очень нежным и ласковым. Почему бы нам не превратить сон в явь? Я хочу опять почувствовать твое тело. Хочу снова быть твоей. Как будто жизнь не подошла к концу. Как будто последнего дня никогда не будет. Где-то у меня должны быть таблетки. Должны быть. Где-то они ведь есть. Черт возьми, нет. Я должна избавиться от зависимости. Обязательно должна. Я обещала Фернандо.
Я ему дала слово, черт возьми, если я не откажусь от них, он запрет меня в сумасшедшем доме. Я смогу. Я смогу. Я смогу обойтись без таблеток. Да, я смогу. Конечно. Надо принять душ. Холодный душ мне поможет. Черт возьми, черт возьми. Я должна выйти из дома, мне надо уехать. Я должна уехать. На самом деле мы не знаем, сколько ей осталось жить. Что говорит врач? Несколько недель. Может быть, даже дней. Господи, как мне ее жаль. Представляю, что у нее на душе. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы оставшееся ей время она прожила по возможности легко. Да. А что Альфреду? Когда я вернулся, мне сказали, что он содрогся. Для него это был тяжелый удар. Он был потрясен случившимся и много размышлял над тем, как он жил прежде. И в конце концов, он принял решение. Какое? Что он надумал? Не знаю, как ты воспримешь эту новость, Фернандо. Я как раз и приехал сообщить ее. Альфредо ушел в монастырь. Иногда мне очень жаль Альфредо. Ему, наверное, одиноко там в монастыре. Я бы даже не имел ничего против, если бы он остался с нами. У тебя слишком доброе сердце. Я рада слышать, что недоразумения между вами кончились. Он начал новую жизнь и наверняка теперь станет великим человеком. Да нет, Пакита, не думаю, что Альфредо когда-нибудь станет священником. Альфредо знает, что на его душе висит много грехов, и моего прощения недостаточно. Нет, Себастьян, нет. Нет. Альфредо сейчас подавлен горем. Но стать священником – это не выход. Тем более, что ты прекрасно знаешь, какую развеселую жизнь вел Альфредо. Никогда не поздно раскаяться и исправить ошибки. Ты так не думаешь, Фернандо? Ты сам. Сам пытаешься стать другим, очистить прошлое, загладить свою вину. Верно, верно. Я хочу жить иначе, не так, как раньше. Но принять постриг – это слишком крутой поворот в жизни, тем более для такого человека, как Альфредо. У него нет призвания, Себастьян. Это ты знаешь. Прекрасно. Фернандо занят и не заметит моего отсутствия. Сеньора Грация, куда вы? Не выпускайте ее. Задержите. Не дайте ей уехать. Какого черта ты ее не остановил? Звони Фернандо. У меня совещание. Я хочу обсудить некоторые вопросы по проекту. Хорошо. Чем займешься ты? У меня есть несколько личных дел. Сказать Мичеллу то, чтобы отвез тебя? Не беспокойся. Лучше я сама. Ты все еще обижаешься, да? Я не хочу об этом говорить. Отложим разговор на потом. Я тороплюсь. Ладно, как знаешь. Извините, вас желает видеть сеньора Фонтана. Она ждет. Сеньора Фонтана? Да. Пусть войдет. Прошу. Грация Фонтана. Какой сюрприз. Как поживаете? Прекрасно, присаживайтесь. Признаюсь, меня удивил ваш визит. Да, мы с вами очень давно не встречались. Последний раз мы виделись, когда вы оглашали завещание моей сестры Елены. Да. Итак, чем могу служить? Думаю, вы это знаете лучше, чем я. Вы видели этот документ? Где вы его взяли? Вам его дал Дон Данило?
Нет, вам прекрасно известно, что мой отец очень болен. Мне сообщили, что он поправляется, и я поехала проведать его. Он едва-едва говорит, но, как бы то ни было, документ оказался у меня в руках, и я хочу убедиться, что вы намерены исполнить сказанное в нем. Проще говоря, я хочу, чтобы вы отняли у Валентины Диас все. Отберите. Проблема в том, что этот документ вступает в законную силу только после смерти Дона Данила. А до тех пор я ровным счетом ничего не могу сделать. Но нет, я не намерена ждать, когда умрет старик. Я единственная наследница всего состояния семьи Фонтана. Отец совершенно ясно об этом пишет. И я хочу, вернее, не хочу, я требую, чтобы вы исполнили закон. Армандо? Госпожа адвокат, что вы здесь делаете? Я приехала к вам. Ко мне? И зачем? Не воспринимайте меня в штыки. Я к вам с дружеским визитом. Не отказывайте мне. Не могу. Как вы, наверное, заметили, я тороплюсь. У меня совещание. Кроме того, позвольте заметить, что мы не друзья. Мы только работали над одним бессмысленным делом. Я хотела поговорить не об этом. Да? Тогда о чем вы хотели говорить? Есть много вещей, которые выше моего понимания. Вы могли бы меня просветить? Если вас интересует, что произошло между мной и Луисом Мигелем, то обращайтесь не ко мне. Я приехала поговорить не о Луисе Мигеле, речь идет о Валентине. Она ваша клиентка, и вы ее прекрасно знаете. Что вас интересует? Возможно, вам это покажется странным, но меня поразило на суде Бренда. Она заявила, будто Валентина и Елена один человек. И она не единственная, от кого я слышу подобный бред. Я ничего не могу понять. Возможно, вы сможете разобраться в этом. Почему некоторые утверждают, что Валентина – это Елена? Если завещание вам передал не Дон Данила, то кто? Откуда вы взяли эту копию? Скажем так, у меня есть свои методы, но я полагаю, что вы, как семейный адвокат, прекрасно осведомлены о завещании. Мало того, оригинал хранится у вас? Мне так кажется. Нет, Дон Данила никогда не говорил мне о новом завещании. Наверное, он написал его уже во время болезни, и поэтому не успел отправить ко мне. Понимаю, но в любом случае я единственная наследница всего состояния семьи Фонтана. Такова воля моего отца. Он пишет это совершенно ясно. А Валентина Диас украла у меня все. Она воспользовалась болезнью Дона Данила, чтобы прибрать к рукам все. Деньги достались ей законным путем. Она дочь Елены Фонтана. Нет, нам нельзя ждать. Я не могу откладывать, поймите. Вы должны немедленно поехать к нам домой и поговорить с папой. Надо прояснить эту ситуацию. Выполняйте свой долг перед законом. Я подожду, когда Дон Данила позовет меня. Нет. Вы просто не понимаете. Отец действительно очень плох. И он все слышит и довольно внятно говорит. Кроме того, в доме есть люди, которые не хотят, чтобы завещание стало известно. Вы обязаны поехать и встретиться с ним. Хорошо, Грация. Оставьте мне копию завещания, и я выберу время, чтобы съездить к нему. Нет, я не могу оставить его вам, потому что это единственное доказательство, какое у меня есть. Кроме того, мне не хотелось бы, чтобы стало известно, что о завещании сообщила вам я. Кстати, я вам щедро заплачу, так что выполняйте свой долг. Ваша святая обязанность – блюсти интересы нашей семьи. Поэтому пусть восторжествует закон и справедливость. Почему ты сегодня не хочешь есть, Данила? Тебе незачем на меня дуться. Ты сам поставил себя в такое положение, ну-ка. Давай, не капризничай. Данила, если бы ты не наломал в свое время столько дров, ты бы сейчас спокойно радовался жизни рядом с дочкой и внуком. Ты больная, Концепсион. Да нет, я не выжила из ума. А тебя мучает чувство вины за грехи. Поэтому ты закрываешь глаза, чтобы не узнать в ней свою родную дочь. Неправда. Правда, правда. Тебя бросает в дрожь от одной мысли, сколько зла ты ей причинил. А чтобы не думать, ты отметаешь все, что я тебе говорю. Тебе проще считать меня сумасшедшей.
Ты раньше выбирал самый легкий путь, поэтому стал мафиози. Ну-ка, выпей лекарство. Умница, Данила. Умница, молодец. Я должен выйти отсюда. Добрый день. Здравствуйте. Валентина, что тебе нужно? Честно говоря, тебя я меньше всего ожидал встретить здесь. Я пришла к тебе. Ко мне? Зачем? Нам больше не о чем разговаривать, Валентина. Есть о чем, именно поэтому я здесь. Опять будешь упрекать? В каких грехах? Нет, Луис Мигель, упреков не будет. Так в чем дело? Здесь не самое подходящее место для беседы. Пойдем в зал совещания. Как скажешь. Я понимаю, тебе кажется странным, что я расспрашиваю тебя об этом, но я считаю, что ты единственный человек, который мне может помочь разобраться во всех моих сомнениях. Учти, Мария Луиса, если честно, у меня вряд ли найдутся ответы на все твои вопросы. Ты разворошила прошлое Валентины Диэс, ты вытащила на свет все грязное белье, чтобы выиграть процесс. Наверняка ты знаешь о ней побольше моего. Но ты знаком с Валентиной с того времени, как она появилась в поле зрения Луиса Мигеля. Меня интересуют некоторые подробности. Не доверяешь Луису Мигелю? Нет, просто я должна понять, какие у них были отношения. Прекрасно, госпожа адвокат. Если речь пойдет об этом, то я приглашаю вас позавтракать со мной. Объясню. Спасибо. Мне стало известно, что у вас будет совещание. Я подумала, что ты обязательно будешь на нем. И решила воспользоваться случаем, чтобы поговорить. Так, и что ты хотела сказать? Речь пойдет об очень важном деле. Ладно, я слушаю. Надеюсь, оно не касается наших личных отношений. Полагаю, разговор будет деловой. Да, конечно, ты прав. Ничего личного. Но решить эту проблему можем только мы. Хорошо, начинай. Итак, я думаю, тебе не настолько важно, чтобы Грация оставалась компаньоном в проекте. При чем тут Грация? Ты пришла, чтобы поговорить о ней? Это одна из причин. И одно из условий. Грация мешает многим. Думаю, даже тебе. Мне кажется, ты выразилась недостаточно ясно. Почему бы не перейти прямо к сути и не сказать все откровенно? Ладно. Ты вышвырнешь Грацию из числа пайщиков, а я верну тебе твою часть состояния семьи Фонтана. Знаешь, что я думаю? Что все твои сомнения и подозрения просто чушь собачья. Они родились у тебя в голове из-за ревности. Вот что я думаю, госпожа адвокат. Не надо упрощать, Армандо. Да и как я могу ревновать Луиса Мигеля к женщине, которая обошлась с ним так жестоко? Нет, меня интересует, что общего у Валентины и Елены. Валентина – дочь Елены. Наверняка они в чем-то похожи. Луис Мигель влюбился в Валентину через несколько дней после смерти Елены, верно? Они не были знакомы раньше? Нет, нет, исключено. Валентина появилась сразу же после смерти Елены, на панихиде. Я был там с Луисом Мигелем, и он был поражен, когда увидел ее и сказал мне, что Валентина чем-то неуловимым очень похожа на Елену. Вот видишь, то же самое сказала Брэнда на суде. Ну и что с того? Все это просто слова, и я не понимаю, почему ты придаешь им такое значение? Разумеется, между матерью и дочерью всегда есть некоторое сходство. Это естественно. Природа. А как повела себя Мария Анхель, когда увидела Валентину?
Образно говоря, повесилась ей на шею. Это тоже потрясло Луис Вегель. Не могло быть так, что Валентина внушила такую мысль девочке. То, о чем мы говорим, случилось много лет назад. И я вижу, ты пытаешься представить все в ложном свете. Не спеши с выводами. Просто помоги мне увязать концы с концами. Рассказывай дальше. В том, что Грация мне неприятна, ты совершенно права. Но меня не волнует, что она будет встречаться со мной или с моей семьей. Я не просил у нее денег. Меня не интересуют ничьи деньги. Значит, ты принимаешь предложение? Ты плохо слушала. Меня не интересуют ничьи деньги. Ни Грации, ни твои. Луис Мигель, мне кажется, ты немного ошибся. Ты неправильно меня понял. Уберешь Грацию, и я заплачу. Все ясно. Что тут непонятно? Я знаю, предприятию необходимо финансовое вливание. Грация воспользовалась этим, чтобы утвердиться здесь. Луис Мигель, есть деньги, которые принадлежат тебе. Неправда. Неправда. Деньги не мои. Я украл их. Украл у Елены Фонтана. Луис Мигель. Был суд, и он определил, что я мошенник. Я верну эти деньги по приговору, а значит, они не мои. Полагаю, тут все яснее ясного. Деньги не дарят, как безделушку. А я и не дарю их тебе, Луис Мигель. Я знаю, что они твои. Твои по праву. Ты легализовал почти все предприятия семьи. Это немалого стоит. Нет, не думаю. Я должен был это сделать, потому что обещал Элене. Она бы не стала мне платить за это, как за услугу. Хотя ты все равно вряд ли поймешь, потому что все меряешь деньгами. Неправда. Говори, что хочешь, поступай, как хочешь. Меня твои дела не касаются. Скажу честно, мне не нужна ни ты, ни твои деньги. Тебе трудно понять, почему я сделала тебе это предложение? Да мне всегда было трудно понять тебя. И знаешь, Валентина, мне тебя жаль. Не говори так. Это правда. И от нее никуда не деться. Тебе одиноко на твоем троне, потому что все имеет свою цену. Поэтому ты хочешь откупиться и предлагаешь мне деньги. Это ложь. И ты это знаешь, Луис Мигель. Ты ошиблась, Валентина. Ты еще раз неправильно определил цену. Она не настолько высока. Достаточно было сказать спасибо. Ты очень сурово судишь меня. Нет, я вовсе тебя не сужу, Валентина. Ты вернулась из небытия с готовым планом, и теперь мы имеем его результат. Хорошо, пусть будет так, как ты говоришь. Я действовала обдуманно. Но то, что я предлагаю сейчас, совсем другое дело. Оно не имеет ничего общего с прошлым. Ты предложила мне деньги, которые теперь якобы мои. Ладно. Но зачем, Валентина? Конечно, извини, я забыл. Затем, чтобы убрать Грацию. И ради справедливости. Справедливости? По отношению ко мне? Ради бога. Не говори мне о справедливости. Почему ты такой высокомерный? Ты осуждаешь меня за это? Я всего лишь признаю твое право получить то, что ты заслужил. Пойми, наконец. И все-таки торгуешься. Слишком поздно, Валентина. Не теряй зря свое время на мошенника, который хотел обокрасть и тебя, и твою мать. Не надо никаких деловых предложений, Валентина. Постарайся забыть обо мне. Луис Мигель. Так-так. Посмотрите, кого мы здесь видим. Луис Мигель и Валентина Диас снова вместе. Однажды Луис Мигель получил письмо. Это было через несколько месяцев после смерти Елены. Письмо было вроде бы написано ею, поэтому мы пошли к графологу, и он это подтвердил. Естественно, мы решили, что его написала Валентина. Однако полной уверенности нет. Валентина, наверное, была знакома с Еленой. Да, конечно, конечно. Она сама так сказала, когда появилась в семье. Они якобы были близкими подругами, и именно поэтому Валентина знала так много и об Елене, и о ее близких. Ну что она могла знать? Какие сведения ей были известны? Все. Она знала семейные тайны. Помнится, в то время произошло покушение на Дона Данила. Дела застопорились, и представляешь? Она одна знала, где хранятся книги с записями о деловых контактах семьи. Это из разряда тех сведений, которыми владела только Елена.
Ну, как это могло быть? Считается, что Валентина с трудом читала и писала. Да, да, вроде бы так. Но тогда получается, что Елена вроде бы и не умерла. Как будто ее душа продолжала жить в теле Валентины. Вроде бы. Но мы с тобой прекрасно знаем, что так не бывает. Это невозможно. Елена мертва. Здравствуйте. Добрый день. Мне нужно все новое, что было написано о переселении душ. Переселение душ? Мне придется поискать в архиве. Но что именно вас интересует? Вы пишете статью или диссертацию, правильно? Что-то в этом роде, научное исследование феномена. Дайте мне что-нибудь серьезное. Хорошо, сейчас принесу, спасибо. А может, я поступаю глупее глупого? Может, Армандо прав, и это всего лишь цепь совпадений? А если нет? Нет. Я должна докопаться до правды. Это нужно лично мне. Ампара, как поживаешь? Хорошо, Донья Концепсьон. Давненько мы не виделись. Садись. Спасибо. С того дня, как ты огласила завещание Лены. Да, к сожалению, мне приходится часто бывать в тех домах, где у людей траур. Неблагодарное занятие. Но необходимое. Не расстраивайся. Я очень рада снова тебя видеть. Поверьте, мне тоже очень приятно снова встретиться с вами, но я пришла по долгу службы. Да? Странно. Насколько я знаю, никто тебя не приглашал по делу. Действительно, меня никто не приглашал, но я должна увидеться с Доном Данилой. Потрясающе, вы удивительно благовоспитанные люди. Еще недавно в суде вы были готовы вцепиться друг в друга, а теперь тихо, мирно беседуете. Лучше помолчи. Ты преступница, ты способна на любую подлость, лишь бы навредить мне. Как я вижу, ваш разговор был не очень приятным. Наш разговор тут совершенно ни при чем. Ты чудовище. Ты хотела похитить моего сына. И этого я тебе никогда не прощу. Послушайте, не устраивайте здесь скандал. Не волнуйся, Луис Мигель, я не трогаю ее. Разве ты не понимаешь, что она очень расстроена? Ее лишили родительских прав. А ты ошибаешься. В похищении твоего щенка я не замешана. Не смей так его называть. Ты меня не обманешь, Грация. Я знаю, что это ты послала Сандру украсть ребенка. У тебя нет доказательств, дурочка. Выбирай выражение. Перестань, Валентина, прошу тебя, держи себя в руках. Луис Мигель, она пыталась похитить нашего сына. Вот как? Нашего? По крайней мере, теперь ты это признаешь. Впрочем, в чем дело, Валентина? Ребенок опять с тобой? Конечно, временно, потому что Луис Мигель отсудил его у тебя. Ребенок останется с матерью, я не отберу его. Да, как трогательно. Какая низость, Грация. И не улыбайся, и не изображай невинность. Ты никого не обманешь. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, кто ты такая. Только не оскорбляй меня, мерзавка. Ты убийца, ты способна похитить ребенка. Неправда. Я сама выдала Сандру полиции. Благодаря мне она в тюрьме. Сандра сама пошла на это, потому что у нее умственное расстройство. Вот и все. Боже мой, Грация, как низко ты опустилась. Ты предала лучшую подругу. Ты преступница и убийца. Довольно, хватит ругаться, все. Луис Мигель, в чем дело? Она меня хочет избить. Для этого ты и позвал меня сюда. Нет, не за этим. Я просил тебя приехать, потому что хочу предложить совету директоров отказаться от твоих денег и вывести тебя из состава компании. Но не понимаю, о чем ты хочешь поговорить с Данилой. Сожалею, Донья Концепсьон, но речь пойдет о личном деле, и я пока не могу ничего сказать. Да, конечно, конечно. Но я не думаю, что сейчас самое удачное время для подобных встреч. Данила очень болен, и врач запретил пускать к нему гостей. Если желаешь, можешь обсудить со мной все дела. Или с его внучкой. Сомневаюсь, что это лучший выход. Дело касается исключительно Дона Данилы. Мне необходимо установить содержание его завещания. Содержание завещания? Но почему? Так нужно, Донья Концепсьон? Побойся бога, Ампара, Данила еще жив, а кроме того, у него есть внучка, его наследница, дочь Елены. Она же жива? Донья Концепсьон, вам известно, каким строгим правилам я следую, правда? Я никогда не отступаю от них, поэтому разговаривать буду только с Доном Данилой.
Ампара, ты знаешь, что я никогда не совала свой нос в дела Данила. Но сейчас мне кажется, что всякие разговоры о завещании бессмысленны. В таком случае, пусть мне об этом скажет Дон Данила. Валентина его внучка, она единственная наследница, потому что ее мать умерла, а Грацию Данила сам лишил наследства. И тебе это прекрасно известно, уверяю тебя, здесь больше нечего выяснять и уточнять. Донни Концепсион, чего вы так опасаетесь? Да ничего, ничего я не опасаюсь, Ампара. Просто я считаю, что твоя встреча с Данилом не может состояться. Поэтому, если у тебя больше нет вопросов, уходи. Конечно, на бумаге все получается просто, а как на самом деле? Как может быть, что душа одного человека переселилась в тело другого? Разумеется, между матерью и дочерью всегда есть некоторое сходство. Это естественно. Посмотри на нее. Если ты когда-нибудь любил Елену Фонтану, если ты ее и вправду любил, посмотри на нее, посмотри хорошенько. Это же Елена Фонтана здесь. Бренда. Конечно. Бренда единственная, кто хорошо знает Валентину. Она должна мне помочь разобраться. Бренда, тебя к телефону. Спасибо. Алло? Алло? Кто говорит? Мария Луиса Арсиньегас. Мне необходимо встретиться с тобой. Зачем? И как? Какого черта ты думаешь, что сможешь второй раз обвести меня вокруг пальца? Ты не можешь так со мной поступить, Луис Мигель. Разумеется, могу, Грация. А поскольку я человек прямой, то назначил тебя встречу за час до совета, чтобы предупредить тебя. Ты не выбросишь меня из компании. Это решать не тебе. У нас есть совет директоров, и не забывай, что его президентом являюсь я. Это она? Я угадала. Эта мерзавка прибрала тебя к рукам и уговорила отстранить меня от проекта. Выбирай слова. Меня прибрать к рукам не удастся никому, а уж тебе тем более. Ты воспользовалась нашим трудным положением с помощью подставных лиц. Естественно, я не действовала в открытую, иначе ты никогда не согласилась бы принять меня в пайщики. Кроме того, у меня есть свои права. В конце концов, это наш семейный проект. Лжешь. Это была мечта Елены Фонтаны. А ты только пачкаешь все, к чему прикасаешься. Да заткнешься ты, сволочь, или нет? Довольно, довольно. Мне не нужны твои деньги. Они принадлежат Фернандо Валеруго. Я не желаю иметь с тобой дело ни здесь, ни где бы то ни было. Прекрасно. Если вы вознамерились выставить меня из компании, ради бога. Но вы играете с огнем, предупреждаю. Не надо, не стоит угрожать. Твои угрозы никого не испугают. Конечно. Ты ничего не боишься. Еще бы. Все состояние моей семьи в твоих руках. Это мои деньги. Неправда. Но я все равно предупреждаю, что вас обоих ждет неприятный сюрприз. И вас, и многих других. Я еще посмотрю, как вы будете ползать на коленях. Клянусь.